космический рекорд. КМКС за два витка. Космонавтам готовят новый костюм. Одиннадцатого сентября с космодрома Байконур на орбиту стартовал экипаж корабля «Союз МС-26». Герои России, космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Дональд Петит. Позывной экипажа «Бурлаки», индикатор невесомости корабля, плюшевый корги «Персик». С отделением третьей ступени ракеты-носителя «Бурлаки» поставили новый космический рекорд, став тремя из 19 землян, впервые одновременно обращающихся вокруг нашей планеты. На МКС их встретил экипаж из 9 человек под командованием Олега Кононенко, еще трое тайконавты на борту китайской станции и четверо участников коммерческого полета «Полярис Даун». Ученые Самары разработали умную одежду, которая позволит отслеживать состояние здоровья космонавтов. Например, она оценит уровень усталости и предотвратит атрофию мышц за счет их стимуляции. Костюм оснащен датчиками, устройствами обратной связи и может воздействовать на мышцы с помощью компрессии. Ученые надеются протестировать первую модель на околоземной орбите в 2027 году. По сообщению НАСА, экипаж «Крю-9», космонавт Александр Горбунов и астронавт Ник Хейк ушли на двухнедельный карантин перед стартом к МКС. Это необходимо, чтобы обеспечить здоровье экипажа и защитить тех, кто уже находится на станции. Экипаж прибудет на космодром на мысе Канаверал во Флориде 20 сентября, а старт корабля состоится не ранее 25 сентября.